Добро пожаловать в Нью-Йоркские новости. Добрый вечер. Я Инесса Николаева, ваш главный ведущий новостей на сегодня. Я Юрий Колпаков. Добрый вечер. Давайте теперь посмотрим на новости на сегодня. Национальное управление автомобильных дорог объявляет о строительстве восточного шоссе от Винограда до Ивански. Новые сборы также объявлены. Пилотный выход со составляет 1000 людей на мили. Скандинавская авиакомпания отменяет сотни рейсов после того, как их пилоты объявили забастовку. Также в программе власти усиливают расследование нападений на Шри-Ланку. В доме одного из подозреваемых ведется обыск. Добрый вечер. Добрый вечер. Национальное управление автомобильных дорог недавно объявило о строительстве восточной параллельной автомагистрали, которая пройдет от Ильинограда до Ивански. Ожидается, что восточная параллельная магистраль уменьшит нагрузку на центральную автомагистраль и обеспечит второй маршрут до Ивански. Восточная параллель, очевидно, будет параллелью западным шоссе и центральным шоссе, которые простираются с севера на юг. Новая магистраль будет основой для Востока,